Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби». И зайдем-ка мы с тобой, наверное, в пазлы. Цепная реакция. Давай-ка попробуем пройти. Маленький грибок мне дали, да? Ух ты. Спорогриб. Ну, предположим, я поставлю их сюда. Еще один, да? Спорогриб. Хм. А если я так сделаю? А теперь вот сюда. Хм. Гипногриб. Так, тихо. Ё-моё, ты что делаешь? Ё-моё, хорош, хорош. Вот неугомонный-то. Устроил мне тут, да? Подтасовку. Давай, наверное, с собой вот так вот сделаем. Посмотрим, что у нас здесь. Еще один гипногриб. Тут у нас горохострел. И вот я теперь не знаю даже, что мне и сделать. Давай, опа, оп, 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 оп. Смотри-ка, что получается. А здесь? А здесь еще один гипногриб. Ну что, друзья мои, я думаю, что у нас все с вами получилось. И мы прошли довольно легко. А, нет, подожди. Вот, вот он. Кубок. Мы с тобой заработали. Довольно легкий такой уровень был. Ну, нас это не волнует, мы с вами зарабатываем деньги. Вы открыли новый уровень в Азобой. М значит металл. Окей. М значит металл, будем знать. Так, ну-ка давай сюда поставим. Мне нужно, знаешь что, найти какого-нибудь такого жирного зомбика, да? Например, вот здесь. Ну и, конечно же, его наказывать. Легкие зомби меня как бы особо сейчас не волнует. Именно вот тяжелые. Тяжелые зомбари, да, их тяжело, как говорится, подбить. Потому что они с ведрами. У нас тут... Ой, тихо, тихо, тихо. Давай-ка гипногриб сюда поставим. На всякий, так сказать, случай. И посмотрим, что у нас тут. Ага, морозный горох. А здесь у нас кабачок. Бам, ничего себе, он взорвался тут. Окей. Мы с тобой предположим, я вот так вот сделаю. Кабачок мы с тобой поставим сюда. Глупо, конечно, было немножко, ну ладно. Смотрим, что у нас здесь. Опять же, обычный зомби, гипногриб. Опа, вот этот парень нам здесь, так сказать, не нужен. Секунду, 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 секунду. Смотри, что у нас там происходит. У нас идет зомби. Ну, мы с него сняли это ведро. Теперь он обычный, беззащитный. Но это еще не конец, ребята. Ставим сюда магнит. Слушай, дум... Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Давай-ка, давай-ка, кабачок. Подбей его, пожалуйста. Сделай такое дело. Доброе. Бумс, раздавил. Красавчик. Так, остается у нас вот здесь вот, да? Слушай, ну я тебе скажу, что довольно, опять же, легко все это было. Мы с тобой заработали кубок. У нас с тобой 17 с половиной тысяч... монет. Вы открыли новый уровень в Азобой. Жуткий гончар. Название, конечно, действительно жутковатое. Жуткий гончар. Дают нам почему-то здесь очень много орехов. А в чем прикол? Что не так опять здесь будет? Давай-ка посмотрим. Очень много орехов дают. И я поставлю сюда на кабачок. Ой-ой-ой-ой-ой, блин, не успел, ребята. Ё-просто, смотри, что происходит. Но этот не перепрыгнет. Ты прекрасно это понимаешь, да? Блин, знаешь, кто мне нужен? Ё-моё, да куда же я пень-то этот поставил? Так, давай вот так вот мы сделаем с тобой. Надеюсь, мы успеем их подбить. Да что ж такое-то? Ну-ка, раздави этого спортсмена. Окей. Вот здесь, конечно, я немножко неправильно сделал. Зачем мне нужен вот здесь вот пень? Объясни мне, пожалуйста. Пень здесь абсолютно не нужен. Он нужен был вот впереди. Ладно, смотрим дальше, что у нас здесь. Пока все вроде бы тихо, спокойно. Обычные зомбари, с ними мы разберемся без особых проблем. Ну, в принципе, все, друзья. Уровень этот, можно сказать, пройден. Да куда ты разогнался-то? Роднуля. Я надеюсь, этот орех-то все-таки выстоит здесь. Но что-нибудь какой-то крепкий уж больно. Смотри, у него два горохострела стреляет. Причем огненными горошками. Вот. Норма. Мы этот
уровень тоже прошли с вами. Причем довольно легко. И у нас открывается новый уровень «Вазобой». Ползучий фарш? Название, конечно, они умеют делать. Ползучий фарш. Вот зачем вот эти вот нам с тобой нужны, а? Скажи мне. Они хотят, чтобы у меня чисто на одних шипах зомби здесь умирали. Ну, хорошо. По-моему, действительно так и будет. Да, очень интересно. То есть я вообще здесь ничего не вижу, кроме вот... Блин, вот кабачок неохота тратить, потому что, ну, где тут будет у нас мощный зомби? Не знаю. Но он будет, наверняка. Давай вот так вот сделаем с тобой. Здесь шипы поставим. Так, тут у нас не пройдет, надеюсь, никто. А могут. Могут, ребята. Вот тут вот, кстати, надо вот так вот сделать. И вот так. Вот он. Я же говорил, что будет здесь очень-очень мощный зомби. И вот он появился. Этот что, куда ты собрался-то? Ты, парень, ты... Неужели выйдет, а? Не должен. Ой-ой-ой-ой, давай-давай-давай-давай-давай, дави его. Фух. Так, смотрим здесь. Напряженно, конечно, ситуация. То есть нам нужно еще с него снять ведро. И после этого еще бомбить будем. Главное, чтобы орешек нас не подвел. Но он его очень быстро разбирает, смотри. Прям с таким аппетитом лопает, а? Прям как эти... Как арахис на зубах хрустит. Блин, мы даже ведро с него не скинули, ты прикинь? Эти шипы, видимо, очень маленький урон наносят. Вот из-за этого мы можем с тобой здесь проиграть. Если честно, нам бы хотя бы, чтобы ведро у него слетело с головы, нам будет уже попроще. Мы не успели с тобой сделать это дело. Ну, хорошо, что я здесь поставил. Посмотрим, как тут у нас все это дело пройдет. Он получает урон. Естественно, сейчас начинает лопать наш орех. Ну... Так, вот. Уже получше, потому что у него нет защиты. И, соответственно, он получает уже прямой урон. Ну, голова упадет? Да, друзья мои, мы с вами прошли. У нас 18 тысяч с вами монет. Кубок, как говорится, в кармане. И следующий уровень «Вазобой». Наверное, мы все уровни сейчас пройдем с вами. Что там цепная реакция 2? А, цепная реакция, это же, друзья мои, шарманщики, так ведь? Точно, точно. Именно шарманщик здесь будет чудить. Ну ладно. Так, давай мы с тобой на всякий случай здесь вот так вот все пораставляем. Ой-ой-ой-ой-ой. Я-то не знал. Тихо-тихо-тихо. Да что тебе, кабачок? По-моему, свалились, да? Нет, успели. Успели чудом. Слушай, ну такого больше нельзя позволять, ты понимаешь, да? На! Вот тут у нас, конечно, немножко получилось неудачно. Вот так вот мы с тобой проиграли. Добро пожаловать еще, главное. Забежал в наглую. Да-да-да. Сфейлились. Угу. Ну, давай попробуем вот здесь. Так, кабачок. Орех. Ёпрасоте, попрыгун. Ну, так вот мы с тобой сделаем, наверное. А где еще будет попрыгун, как думаешь? Я не знаю. Но на всякий случай сделаем вот так с тобой. Опа-на, а вот и попрыгунчик, друзья мои. Да ну хорош, куда ты разогнался-то, парень? Давай-давай, кабачок, дави его. Норм. Так, вот здесь у нас нет никого. О, поставим сюда с собой кабачок, наверное, да? И смотрим. Окей. Предположим, так, секунду. Этот-то зомби у нас может пройти. Ну, а здесь перестрахуемся с тобой. Все, отлично. Довольно неплохо получилось у нас. И последний, по-моему, уровень у нас с вами. Ага, не последний, предпоследний. Мастер Вас. В плане Мастер Вас. Уровень сложности повысился или что? Мозги. Мозги. Ага, типа того. А зачем мне фон... А, смотри, что делать. Ты смотри. У нас здесь Гаргантюа будет. А это очень плохо.
Зачем я сюда посадил? Господи, зачем я это сделал? Так, орешек давай сюда поставим. Блин, сейчас грушу, да, потратил. Не подумавши. Значит так, если у нас здесь гаргантюа, значит нам нужно его как можно быстрее подбить. Как бы нам это с тобой провернуть, дельцы? Он пойдет, он будет ломать, конечно же, все на своем пути. Абсолютно все. Поэтому надо нам как-то здесь вот так делать. Интересно, если мы его выпустим, сможем ли мы его кабачками сейчас просто уничтожить? Или нет? Сейчас проверим. Так, один удар он получил, он выжил. Давай посмотрим дальше. Кабачок. Но если здесь он даже выживет, то на мине он 100 пудов взорвется. Единственное, что... Как вот этого зомби мы с собой будем. Отлично. Так, выходи, орел. Тебя мы тоже сейчас уничтожим. Угу. А здесь два обычных зомбаря. Два обычных, да необычных, да? Минус. А тут кто? Ага. Ну, в принципе, и все. Этот даже если дойдет до сюда, то на минке он обязательно подорвется. Подожди-ка, а здесь-то у нас же тоже зомби. Что я про них забываю-то? Отлично. Довольно легкий уровень. Ну давай, давай, давай. Подходи на минку и бамс, будет взрыв колоссальный. Он уничтожится. По идее так должно быть. Ну, ну, давай, давай, подкрадывайся. Да, друзья мои. Я просто хочу накопить себе 20 тысяч монет. Для чего? Чтобы открыть себе еще одну ячейку. Ну что же, у нас последний уровень. Вазобой. Бесконечно, в плане бесконечно. Не надо так шутить, бесконечно. А куда я фонарь могу поставить? Ну, давай сюда влепим. Угу. Так, у нас здесь будет зомби, как мы видим. Так, давай сюда поставим. С ведром. Зомби с ведром. Хорошо, предположим, стопудово где-нибудь здесь еще прячется гаргантюа. Мне вот так вот кажется. Могу ошибаться, конечно же, но... Вряд ли здесь пахнет ошибочкой. Хм. Солнышко? А зачем мне солнышко здесь? Упс. Давай срочно, кабачок, выходи, помогай. А зачем мне здесь... Не солнышко, точнее, а зачем мне вишенка? Что они хотят мне этим сказать? Не это ли, что здесь будет сейчас жесть полнейшая, а? Ну ладно, предположим. Кабачок. Так, этого мы с тобой раздавим. Без проблем. Вот так я и думал. Друзья мои, я так и думал, что здесь... Блин, да куда ж ты потратил-то, а? Ну вот, ребят, по-моему, песенка испета моя. Хм, странно, а зачем же здесь тогда дали всего одно солнышко? Ребят, придется переигрывать. Ну-ка, фонарик нам дали. Ох ты, ты смотри, кто здесь. Гаргантюа. Значит, мы с тобой поставим кабачок сюда. И второй. По-моему, два кабачка достаточно, да? Для того, чтобы уничтожить гаргантюа. Опа. У нас здесь еще и вишенки есть. Предположим, предположим. Так, давай-ка мы вот так сюда поставим. Три стрел. Три стрел, это хорошо. Вот сюда его поставим сейчас в данный момент. Еще один три стрел. Что-то мне вот этот не нравится, зомби, ребят. Ой-ой-ой. Блин, пройдет, не пройдет, как ты думаешь? Наверное, пройдет. Так, убираем с собой вот это вот. И ставим вот так. Тут еще минка у нас. Раздавили одного. Этот-то зомби у нас куда бежит, сломя голову, а? Паршивец эдакий. Давай заморозку хотя бы поставим, может заморозим. И гаргантюа я вызываю. Подожди! Вот. Да, два удара достаточно, чтобы он погиб. Кабачок, прыгай. Норм. Смотрим дальше. С ведром, да, паршивец? С ведром на голове. Ну, в принципе, это ерунда. Он взорвется на минке.
Он взорвался на минке. Я вот боюсь, что здесь где-нибудь еще будет один Гаргантюа. Конечно, может быть, такого и не быть, но все-таки. Все-таки. Посмотрим, что здесь. Отлично. Так, что у нас здесь с ведром? Давай быстренько его расклепаем с тобой. Моментальненько, так сказать. Он хорошо, что замороженный, поэтому очень медленно идет. И в этот момент мои грохострелы ему в спину довольно неплохо дубасят. Так, смотрим дальше. Здесь обычный зомби. А здесь тоже обычный. Друзья мои, мы прошли с вами. Приближаются еще вазы. Текущий страйк один. О чем вы? О чем? То есть это бесконечные, что ли, уровни или как? Как и написали, да, в принципе? Я так понимаю. Хм. Угу. Ну ладно, предположим. Ой! Кого я, друзья мои, увидел здесь? Гаргантюа собственной персоны. Надо его сзади бомбить. Минка, ты успеешь сделаться или нет? Нет? Не успеешь? Что-то я так и подумал, что... Ой! Ой-ой-ой. Да. Ну тут понятно, друзья мои. Тут фейл. Единственное, что меня интересует, а что будет? Ну, после всего этого я проиграю и уровень будет как бы считаться пройденным или же нет. И тут нужно действительно пройти все абсолютно. Все волны. Так, базобой. Бесконечно вы сделали страйков один. Нет, давай-ка мы с тобой... Выйди в меню. Да, я хочу выйти. Пазлы. А, лучший страйк. Друзья мои, ну, походу, дела здесь нельзя выиграть. Тут просто получаешь лучший результат. Ну что, у нас с вами тогда есть такое вот задание, которое называется «Получи на орехи». И... Съешь все мозги. То есть мы должны здесь с вами справиться. Мы играем теперь за зомби. Окей. Давай, давай, ты главное беги, мозги. Правильно, ешь подсолнух. Так, подсолнух он съел. Забираем. Нам главное с тобой нужно что сделать? Поставить лестницу. Это в первую очередь. Зачем нам на лестнице? Чтобы мы могли с тобой перебираться через вот эти орехи. Без этого у нас ничего с тобой не получится. А вот здесь, к сожалению, у нас ничегошеньки не получилось. Почему не получилось? Потому что нам нужен с тобой вот такой зомби. Сильный. Давай, наверное, вот сюда еще поставим. Окей. И вот здесь нам тоже нужен будет обязательно с тобой лестница. И ставим зомби. Ну что, вроде бы пока довольно-таки неплохо. Гриб мы этот не съели. Тут у нас тоже как бы неудача, да? А этот сможем или нет? Вот этот грибок ты сможешь? Да, по идее сможет. Смотри, у него еще целое ведро на голове. Ёлки-палки, он даже не повредился. И мы съедаем вот эти вот мозги. Так, я отправлю сюда на всякий случай еще одного зомби с ведром. Ну, я думаю, что здесь ледяной горох, ну, просто ничего не сможет сделать. Мы его сейчас... съедим. Соответственно, мы с тобой пройдем этот уровень. Так, 4 мозгов из 5 съедено. И вот он и идет, еле-еле-еле. Ну, сейчас они оттают и схрумкают. Ну, давай, давай, родные мои. Все, да? Отлично. Ух ты, 19820 у нас с вами монет. И мы смотрим дальше. Вы открыли новый уровень, и я зомби. Мертвый, кто там? Цепелин. Ага, мертвый цепелин. Ну давай глянем, что это такое. Опять же мы с тобой играем за зомби и должны сожрать все мозги. Я могу тебе, знаешь, что сказать? Вот здесь вот вполне можем вот так лететь и просто скушать их, да? Без проблем. Ой, я это зря сделал, да? А мне же нужно было заработать денежек. Поэтому переигрываем.
Так, съешь все мозги, чтобы пройти уровень. Ну, ладушки, начну я, пожалуй. А, у нас здесь нету с лестницы, да, он, в принципе, и не нужен, этот чувак. Тут у нас, оказывается, магнит. Угу, магнит. А если... Сколько ты стоишь? 125, дороговато. Давай сюда отправим. Да ты посмотри, а, что делает этот магнит. Да, хитер магнит, хитер. Тогда давай вот так вот сделаем и здесь. Надеюсь, мы успеем здесь все подъесть за этот момент. Конечно, этот магнит очень сильно мне вредит. Очень сильно. Ты прям не представляешь, как сильно он мне вредит. Но мне кажется, все равно у них шансов нет у меня здесь остановить. Я просто как разъяренный этот зомби бегу. И никто, и ничто. Давай, вот главное, мы вот этот магнит, если с тобой съедим, это будет, мы его съели, все. В принципе, больше нас здесь ничего не страшит, потому что зомбарей теперь не пробить. И они будут спокойненько себе лопать растения. Так, что у нас дальше? Здесь так. Так, если он дойдет, он очень медленный, но я думаю, что он успеет дойти. Так, и остается вот здесь вот, да? Один кактус и один горохострел. Давай, зомби, пошевелись, быстрее, 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 родной мой. Хрумкой, пока есть такая возможность. Все, съели. Получили монетку. И последние мозги доедаем. Все, друзья мои. И я зарабатываю 20 тысяч как раз для того, чтобы купить себе еще одну ячеечку. Вы открыли новый уровень, я зомби, так уже же было у меня. Размажь меня. Ха-ха. Ну давай глянем, что тут такое. Съешь все мозги, чтобы пройти уровень. Угу. Давай приценимся с тобой. Что мы можем сделать? Ну, например, вот здесь мы можем с тобой... Подожди-ка, перепрыгнуть. 75 он стоит, да? Окей. По идее, нам нужно с тобой начинать вот с этого уровня. Давай-давай, лопай. Съел. Сейчас мы с вами заработаем немножечко солнечной энергии. Вот здесь потратить лучше кабачок. Да-да-да-да-да. На то и было рассчитано. Теперь берем спортсмена, зарабатываем опять с собой солнечную энергию. А вот здесь немножко понапряженнее будет. Здесь мы можем, наверное, Гаргантюа вызвать, да? Он здесь как раз очень хорошо даже все разбомбит. Да, что, почему ты не ставишься? Вот. Бум. С его-то силой и выносливостью, друзья мои, ну это будет просто уничтожение врага. Ах, они немножко меня тут решили подзадержать, но у них ничего не получится. Угу, на то и было рассчитано. Так, здесь лучше выпускать зомби с ведром. Он сильнее все-таки, как ни крути. Ой, как красота-то тут у нас, а, друзья мои. А что делает чеснок? И... А, он... Понял я. Он начинает его кушать. Но ему это не нравится, и он переходит на другую линию. Окей, довольно неплохо сделано, придумано. Ну что, давай вызовем, наверное, еще одного Гаргантюа, да? И он дойдет вот как раз до последних мозгов и съест их. Потому что этот стопудово не дойдет. Как бы он тут ни старался. Можем вызвать еще спортсмена себе на всякий случай в помощь. Чтобы, как говорится, быстрее все у нас дело здесь проходило. Опс, съедаем мы с тобой ледяной горох. Ну давай, давай, лопай, лопай. С удовольствием, я же знаю, что тебе нравится растение. Ну и все, последние шажочки. Так размазал. Лужа такая зеленая. И вот он начинает уже хрумкать. Окей, друзья мои. Вот и прошли мы с вами еще один уровень. Давай теперь смотреть, что дальше у нас. Открывается... Зомбуги. Зомбуги. Ух, ё-моё. Съешь все мозги, чтобы пройти уровень. Хм. Вот это вот. Это, конечно, да. Тут... Я даже не знаю, как и быть-то мне тут. Ну, во-первых, нам нужно с тобой обезопасить эту зону. Понятно, да, зачем я это сделал? Теперь заработать немножко солнечной энергии. Хм.
Здесь сделали акцент на вот этого танцора. Неспроста, поверь мне, неспроста. То есть, если я выпущу его по этой линии... Не выпущу я его по этой линии, ребята. Или же выпущу, подожди, посмотрим сейчас. Этот перепрыгнет, съест живастика, да, этого живуна. Потом мы съедим еще с тобой вот здесь вот подсолнушек. Но ведь все равно денег не хватит, или хватит? Не денег, а солнышко. Хватает. Куда мы его с тобой запустим? Если я его запущу здесь. Вот отсюда мы пойдем. Так, окей. Я специально, ребят, так сделал, чтобы он съедал вот этих вот танцоров. А танцоры, надеюсь, будут есть? Вот. Вот, хорошо. Мы опять танцуем, опять вызываем. Все, как говорится, как нужно. Давай еще вызовем одного. Да не подходи ты близко-то! Дуралей, а? Ой, дуралей! Надеюсь, у нас хотя бы так получится все. Ну, тут взорвется. Так, этого мы уничтожаем, и тут сейчас взорвутся, да? Я понял. Даже не знаю, как и быть-то. Так, танцы-шманцы. Тут съедаем. Окей, предположим, тут взрыв. Тут тоже сейчас взрыв будет. Ну, якобы мы с тобой почистили, очистили, да, скажем так, все. Вот это я обожаю. Ну все, друзья, я могу сказать тебе одно. Победа здесь за нами. Тут, ну, взорвется сейчас, да, у нас вот этот танцор на этой мини. Да и бог с ним. Наша задача съесть мозги. Поэтому мы с тобой их съедаем. Тин-тин-тин-тин. Да, этот танцор, конечно, это жестко. Ха. Я бы сказал, даже это имбовый такой моб, да? Который один и вызывает вокруг себя еще подтанцовщиков. 4 штуки. Это довольно сильная, конечно, карта. Так, съешь все мозги. Ну и что же я тут могу сделать? Смотри, здесь кабачок. Мина. Ё-моё. Хм. Ну, если я, предположим, да, предположим, вот так вот начну. Нам нужны с вами солнышки. Да, не очень хороший результат, а так, если взорвался, да? А здесь магнит. Слушай, магнит, а как? Давай вот так вот с тобой сделаем. Нам нужно с тобой здесь слопать этот магнит. И вот здесь, кстати, тоже, но вряд ли он успеет дойти, да? Его, наверное, кабачок все-таки забомбит. Наверняка сейчас ушатает. Угу, так оно и получилось. Окей, а что же мне тогда делать, прикажете? Как мне успеть заработать солнечной энергии? Так, смотрим, что у нас здесь. Угу. Откуда начать-то лучше? Мне кажется, надо вот начинать отсюда. Спросишь, почему, я тебе отвечу. Потому что здесь мы съедаем орехи, и пойдет у нас накопление солнечной энергии. Здесь тоже можно было бы, в принципе, съесть вот этот вот магнит, чтобы он в дальнейшем нам просто-напросто не мешал. Сейчас мы с тобой так и сделаем. Ну, зомби, конечно, защита не очень хорошая, да? Этот колпак, он намного хуже, чем ведро. Но энергии мы с тобой накопили, и это уже плюс. Дальше, смотри. У нас здесь с тобой есть мина. Нам нужно ее обезвредить. Обезвредили. Так, теперь что? Теперь мы можем с тобой отправить. Ну, в принципе, да. Вот этого зомби. Он съест горохострела. Съест 2 подсолнуха и взорвется, к сожалению, на этой мине. Но это не критично. Самое главное вот здесь вот уничтожить. Кабачки вот эти все ликвидировать. Вот это да. Вот это вот задача номер один у нас. Как только мы кабачки с вами уничтожили, можно отправлять чувачка с ведром. Потому что он довольно крепкий, и горохострелы его не пробьют. А мы получим то, что хотим. Давай сюда выпустим.
Так, и надо вот здесь уже что-то думать. Придется, наверное, нам тратить с вами. Ах ты, елки-ты палки. Так, ну-ка, погнали. Тут же еще у нас, оказывается, магнит. Да, это печалька. Ну ладно, сейчас мы его уничтожим. Но кабачок, конечно же, нас забомбит. Окей, у нас с вами 975 солнечной энергии. Все, кабачок ушел. И остается лишь делать вот такие вот маневры. То есть этот сейчас съест здесь. Этот, я не знаю, дойдет он, успеет или нет. Но в любом случае уничтожим вот этого вот горохострела. Зомби с ведром, по идее, должен, ребята, справиться. Успеть. Если не успеет, мы вызовем еще одного. Могли бы даже и шахтера позвать, да? Он сзади бы мог бы их уничтожить с полтычка. Давай-давай, лопай. Все. И остается лишь последние здесь мозги. Сейчас мы их, ребята, слопаем. Нет, не будем вызывать этого прыгуна. Ну, давай, родные мои. Так медленно идут, жалко, здесь нельзя ускориться, да, никак. Ну, ты понимаешь, все, они сейчас подойдут, съедят, и все будет тип-топ. Кстати, я хотел же купить себе в магазине Дэйва еще одну ячейку, насколько я помню. И все время это забываю сделать. У нас с тобой еще два уровня здесь впереди. Так, Дэйв, где у тебя... Вот оно, да? Окей. Ух ты, 10 мест даже можно взять. Ну это 80 тысяч, господи, это мои цены невероятные. Да я уже вижу, это дополнительное место, понятно все. Ну что, дорогие друзья, наверное, на этой ноточке я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр, обязательно продолжим играть, но уже в следующей серии. Так что всем удачи и до скорого.